Привет всем, ребята! Сегодня мы будем слушать трек «Злой малой» от Джарахова. Трек называется «Иралаш Флоу». Давайте послушаем и в конце почитаем комментарии, посмотрим, что люди, то есть и вы в том числе, и я, и все, кто его слушает, кто его знает, посмотрим, что они пишут в комментариях. Давайте послушаем сначала трек. Оказавшись перед Низулиной, что ты ей скажешь? Злой малой, наконец-то ты вернулся! Высказывается, высказывается. Русский рэпер опасный и дикий. У него оружие в сумочке Hello Kitty. Он базарит все, что хочет, все его братики психи. Не подходи к нему, ведь он может тебя запикнуть. Давай расскажи, какой ты гангстер и какой ты многотый, ты отъебался. Придет Катюха и схватит тебя за яйца. Да все окей, ведь вы привыкли извиняться. Злой малой на ринге, будь внимательней. Умножаю цифры, хоть не шарю в математике. Твой любимый рэпер называет меня братиком. Я тебе не брат, хоть я тоже был в твоей матери. Бля, извиняюсь, переборщил. Это всего лишь пань, пожалуйста, не бейте мужчину. Ведь я же тоже рэпер и должен чудак не защитить. Я ничего смешнее, чем твои серьезные щи. Залетаю в дом, сука, руки вверх. Это злой малой, и он против всех. Это Ералаш Флоу, это КПН рэп. Поднимаю хитку, поднимаю на смех. Залетаю в дом, сука, руки вверх. Это злой малой, и он против всех. Это Ералаш Флоу, это КПН рэп. Поднимаю хитку, поднимаю на смех. Старый ты попутал, не ответишь за базар. Ведь красный луи чистый пуфел. Ты базаришь в комментариях, как маленький пацан. Я надеюсь, твоей дочке будет стыдно за отца. Ведь на районе пальцы под спать слушали чемоданы. Легенды спасибо за поколение наркоманов. Есть старички, что когда-то читали про планы. Надеюсь, ваши дети сейчас слушают то же самое. Что посеешь, то поснешь. Русский рэп, это пиздёшь. Это злой малой, с тобой лохом, я больше не встану. Я самый смешной рэпер, ну конечно, после Кизару. Залетаю в дом, сука, руки вверх. Это злой малой, и он против всех. Это Ералаш Флоу, это КПН рэп. Поднимаю хитку, поднимаю на снег. Залетаю в дом, сука, руки вверх. Это злой малой, и он против всех. Это Ералаш Флоу, это КПН рэп. Поднимаю хитку, поднимаю на снег. Интересно, высказал он ситуацию в России, так сказать, молодец, что он это сделал, правда, опасно, конечно, это все сейчас говорит, все мы знаем, почему, не зря он Мизулину тут упоминает. В общем, а Мизулина вообще стала очень популярной сейчас, благодаря всем блогерам, особенно Моргенштерну, вот, но красавчик, мне зашло трек такой, он... Просто музыка, песня, здесь важнее слова и текст, и посыл, чем мелодия. Прикольно, давайте почитаем комментарии, посмотрим, что пишут люди. Так, Флейри пишет: спасибо за трек, раньше я жил около кладбища, но после прослушивания этого трека ко мне зашли домой соседи, и теперь я живу около дома. Огромное спасибо. Ответ. Верните первую версию... дофамина. Так, второй комментарий. Почаще выкладывай такие видео, ведь люди с ограниченными возможностями начинают сами себя уважать и понимать, что они могут намного больше, чем некоторые, так сказать, люди. Спасибо тебе, уважаю. Да, зарофлил, задисил его, так сказать. Спасибо тебе за эту песню. Я думал бороться с депрессией, но теперь я понял, что моя борьба была напрасна. Ой, блин, что-то людям, видимо, не заходит немножечко этот трек. Вполне, вполне. Спасибо за новый охуенный трек. Сжал злого мало, ждал. Он говорит, что ждал злого малого. Блин, хочу увидеть клип на этот шедевр. Прям есть суперфанаты, которым зашел трек и еще и клип ждут. Эльдар, как всегда, в точку и смело, смело слушаю тебя уже с 2015 года. Это вот как раз про то, что я говорил чуть раньше, смело. То есть он чуть-чуть высказался. Вот, выложи на площадке. Хочу слушать это на репите, чувак. Ты, конечно, даешь. Ты второй его фан. Настоящий. Малой, это разрыв. Огонь. Тоже фан. Ого. The Real Slim Shady. От малого Эминем оценил.
Злой малой, легенда. Шерстяной дропнул новый хит. Поддержим должника. Может заработать нормально на своей музыке и долг за Майю. Наконец-то отдаст. За кого? За Майю? За Майю Санду, что ли? Президента Молдовы. Скучал по такому ульдарке. Ой, то есть злой малой. Ой, то есть злой малой. Угу. Ждем альбома. Ну, в общем, как я понимаю, 50 на 50. Есть прям супер его поклонники, которые прям очень заходят им этот трек. А есть те, которые прям его подкалывают. Вот, но сколько тут? Ну, так, 50 на 50 комментарий. В общем, пишите, как вам этот трек. Пишите, вы ярый фанат Джарахова или так, просто заходите, угорнуть, послушать чувака, если написать, что он не умеет петь. Ну, на самом деле, я бы не сказал, что он фьючер там или, я не знаю, Майкл Джексон. Просто этот трек, я считаю, что он более такой... Слова там важны, чем музыка. Музыка это так, второстепенно. В общем, спасибо, что посмотрели. Надеюсь, вам зашло. Надеюсь, вы согласны с господином Джараховым. Вот. Пишите комментарии, пишите, что вам понравилось, что нет. Спасибо, до свидания, пока.